Привет, мои хорошие! Доброе утро, моя семья, моя интернет-семья! Сегодня такое солнечное, прекрасное утро. И я хочу вам сказать, это небольшой ветерок, естественно, окна у меня открыты. Я уже позаносила часть своих растений. Окна открыты. Такой вот шикарный вид из окна спальни. И что же я хотела вам сказать? Взяла чашечку кофе. И, думаю, попью немножко кофейку. Есть небольшой перерыв. Только что позвонила своей маме. Узнала, как она. Что она? Вот, кто-то их спугнул. Давайте посмотрим. Кстати, у меня вот тут вот, прям под окном, есть и такая площадка. Вот здесь кто-то занял, посадил орех. А вот эта площадочка моя. И у меня такая идейка есть. Сделать там что-то. Я буду что-то делать. А тут птички поют вовсю. В общем, такой вот вид симпатичный, осенний у меня. Слышите? Чирикают воробушки. В общем, позвонила я маме. Поэтому, думаю, быстренько вам расскажу, чтобы вы тоже позвонили маме. Так, сейчас я, может быть, вот так вот поставлю, чтобы сильно мою камеру, а то прям в руке ее держать так неудобно. И такой вид вроде неплохой, да? Сейчас мы сделаем вот так. И, ой, ну как получилось? Получилось, и вид вроде как ничего. В общем, девчоночки, мальчишечки, не забывайте своих родителей, звоните им. Я, когда звоню, я пытаюсь и вам донести. Я в это время начинаю проповедовать или говорить, или вспоминать, напоминать о родных и о близких. Поэтому позвоните родителям. И еще, вообще слушайте людей. Вы знаете, хотела вот вам сказать, что научитесь слушать людей. Я раньше этого делать совершенно не могла. Я в себе развила несколько привычек, и одна из тех привычек, именно привычек и умений, это слушать людей. Когда вы слушаете, что они вам говорят, пусть даже о своей нужде, то не нужно делать вид, что вы не слышите. Вот вы их слушаете, вы их слышите, и вы стараетесь им помочь, потому что кто как не вы, даже ближний, кто ваш ближний, ваш самый ближний, это ваш родитель, вы родительское благословение, и не надо делать вид, что кто-то им поможет или они вам обязаны помогать. Нет, после 18 лет вы все, даже законодательно, берете ответственность юридическую, да, на себя за какие-то преступления. Это за преступление. А за хорошие дела вы не берете ответственность на себя? Почему? Вы должны брать ответственность и материальную на себя, и моральную, не только юридическую. Знаете, это означает, что родители ваши стали, если вам исполнилось 18 лет, на 18 лет старше. А значит, они состарились на 18 лет. И они имеют право рассчитывать на благословение в вас, в своих детях. Потому что они, ну, если они, конечно, верующие и учили вас Божьему Слову, то они знают, что в Библии очень важное есть пункт «Почитай отца своего и мать». Вот так вот. Сейчас что я делаю? Ну, во-первых, естественно, я отправила ей фотографию по почте, и я стараюсь ей отправлять по почте открыточки. Она у меня все-таки старого образца, женщина, хотя и современная, но она любит получать письма, поэтому я ей отправляю их. И любит она получать посылочки. Регулярно моя сестричка отправляет посылочки, и я и либо финансами, либо посылочкой. Вот в этот раз, вот в пятницу иду отправлять посылочку. И она мне напомнила, не забудь грецкие орешки свои, со своей дачи обязательно. Положу ей красную икру, обязательно положу ей треску, печень, обязательно гречку, обязательно всякие вкусности наши. Всего-всего ей положу, чтобы она радовалась. Ну так, чтобы посылочка на месяц могла обеспечить. Через месяц еще придумаю. Вот. И это должно быть обязательно. Финансовая, материальная, моральная поддержка. Это просто ваша обязанность. Не надо делать вид, что это не вы и это не про вас. Я христианин там, где мне удобно. А где мне неудобно, я неверующий. Там я верующий, а тут неверующий, так не получится. Вы хотите от Бога благословения, вы потом спрашиваете, ну за что же то, за что же это? А вы исполняете заповеди? Вот я советую
ввести заповеди в свои каждодневные привычки. У вас есть каждодневная привычка пить кофе? Хорошая привычка. И у вас должна быть привычка. Отметьте себе день и сделайте привычкой помогать родителям своим. Это от вас зависит. И мне очень-очень непонятны люди, особенно... О, закрылась дверь, потому что у меня сквозняк. Особенно взрослые. Ну, я открыла, я подкрывала все окна, девчонки. Я проветриваю всегда, в любую погоду у меня окна полностью открыты. Я вообще этим всем наслаждаюсь. И у меня сейчас хлопнула дверь, потому что сквозняк пошел. И вот, дорогие мои, и у вас должна быть привычка помогать родителям. Не делать вид, что... И я возвращаюсь к тем людям, которые берут от родителей помощь. Вот это мне никогда они не были понятны, потому что никто из нашей семьи, я повторяю, никто, за исключением младшего братика, он у меня инвалид, я не буду... Я вам говорю, я вам буду потихонечку открывать свою жизнь. И потому что, ну, знаете сами, человек, который не привык никому жаловаться, он не будет этого делать. Так вот, я хочу сказать, мама вообще у меня оптимист. Она такая оптимистная, такая умничка, энергичная женщина. И я вам хочу сказать, что грешно с родителей со своих брать. Смотрю, как Лора все время дает, везет, и дети берут. Знаете, ну, не по себе становится. Нужно все-таки давать больше, чем брать. У меня много знакомых моих такие в возрасте, которым уже за 60. Так, глоток кофе. Я смотрю, их дети, они приходят к ним, открывают холодильник, выедают все. Не жалко, мама есть мама, ей хочется положить вкусненького, дать. Да, вы придите, вы похвалите ее, покушайте, но вы благословите ее так, чтобы она выходила и была переполнена жизнью, энергией, выходила и звонила тут же своим подругам и говорила: пришел сын, он принес мне то, 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 или получила посылку от дочери, она мне положила туда то, 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 знаете, чтобы у нее аж дух поднялся. Вот, вот это благословение, вот это вот почитание, вот это вот должно быть обыкновенное. Это не надо сваливать на... Вы знаете, раньше не было пенсий. Не было никаких пенсий раньше, в старые времена. Каждый заботился и жил христианскими принципами, пока не пришла Красная Орда, так я ее называю. Красная Орда, пока не пришла, были христианские принципы на Руси, всегда. Дети занимались тем, что они ухаживали за своими родителями в старости. Это было и никак иначе. А что, их выкидывать или что? Поэтому были христианские принципы, все жили по Библии. Так же и нам положено ухаживать за своими родителями. Нам положено по-христиански. Мы переложили на государство. А, пенсию. Вот пенсию не платят. О, пенсию не платят. Ой, там дороже, там дороже. Нищим помочь государство должно, тем, вы знаете, принципы христианства не надо перекладывать на государство. Это были всегда христианские принципы, и этим заниматься должны церкви, общины христианские. Я знаю, что многие общины этим прямым своим занятием и занимаются, а другие, потому мы и христиане, потому мы и верующие люди, чтобы любить, чтобы помогать и чтобы почитать. Либо выбираете «мы верующие», либо «вы неверующие», которые полностью полагаются на какое-то непонятное государство. Сегодня у вас государство одно, а завтра у вас государство другое. А вот родители – это и есть ваша родина. Родители, ваша семья, ваши близкие – это и есть ваша родина. Ваши соседи, те, с кем вы сейчас находитесь рядом и в тесном общении, вот те и есть ваши близкие люди. Так что, дорогие мои, я вас всех люблю, целую и
И мы ведь тоже родители. Не забывайте об этом. Помогайте своим родителям, любите их, берите ответственность на себя, чтобы они могли также рассчитывать на вас, на ваше благословение каждый месяц в определенное время. Это так должно быть. Тогда они будут спокойны, тогда они будут благословенны. Помогайте родителям, не ждите от них помощи. Вот это одно из правил прорыва. Это должна быть одна из привычек. Вот выработайте у себя эту привычку. Вот я смотрю, ковер из листьев, да? Коврик прям. И тучка то подходит, то уходит. То тучка подходит, то уходит. Так здорово. Такое утро шикарное. А я вас всех люблю, целую. И, пожалуйста, используйте это правило прорыва, я называю. Библейское правило почитания. А я вас всех люблю, целую, ваша Катя.